Разрешение на ввод в эксплуатацию в Подмосковье на минувшей неделе получили 7 жилых домов и 28 нежилых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики региона. В числе нежилых объектов, введенных в эксплуатацию, общеобразовательная школа на 550 мест в городском округе Чехов, детский сад на 220 мест в Люберцах, детский сад на 80 мест в городском округе Красногорск, а также центр детского дошкольного воспитания и развития, молочная кухня и подземный паркинг в деревне Раздоры Одинцовского округа.